В областном акимате прошло заседание коллегии агентства по делам спорта и физической культуры Казахстана. О ходе подготовки спортивного резерва и формировании национальной сборной команды проинформировал Ельсияр Канагатов. По его словам, в регионах страны функционирует 17 центров подготовки олимпийского резерва по 37 видам спорта, 10 из которых зимние. Всем понятно, что не будет спортивных школ, количество не будет областных школ-интернатов, не будет школ высшего спортивного мастерства. И центр подготовки олимпийского резерва, мы достичь высоких результатов и конкурировать с державами большими спортивными очень будет сложно. У нас малочисленное население, и поэтому мы должны точно работать, отбирать самых одаренных детей и создавая им условия достичь высоких результатов. Та сфера с нами, где должны мы работать, засучив рукава. Одним из актуальных вопросов стало развитие массового и зимних видов спорта. Как оказалось, даже в самых снежных регионах страны не уделяют должного внимания лыжному и конькобежному спорту. Расскажите нам, как вы собираетесь работать дальше? К сожалению, мы не успеваем строить именно базу спортивную, но движение по увеличению занимающихся мы открываем дополнительное отделение уже в открытых школах, где арендуем помещение как участников, так и госорганов, я имею в виду спортивных средних школ, залы. По итогам коллегии агентства по делам спорта и физической культуры Казахстана было принято решение, выполнение которого будет контролироваться в течение года. В повестке следующего заседания отчет представителей региональных департаментов спорта о выполнении заданий агентства.